Девушка, я прощаюсь навсегда. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы находимся в Латвии. Точно я буду уточнить, что мы находимся в Даугавпилс. Здесь со мной есть мои друзья, которые решили отмечать Новый год на советский трамвай. Как вы видите, вот этот трамвай, видите, даже вот эта здесь такой немножко желтовато, здесь вот эти труба. Вот эти труба, это труба Диана, возраст канализации, но уже советский союз, использовали. Наступающим! Даже водители трамвая у нас даже... Не мешает, потому что вы будете остаться без работы. Я вам обещаю. Я не... Хватит. Нет, все хорошо, нам нравится Рождество. Я не хочу что-нибудь рассказать для нашей... Сейчас пойдем посмотрим. Но в Новый год разрешаю бы почему-то. Ну, я очень аккуратно. Как говорил мой первый начальник, может, он не говорил о объеме. Это нам не понятно, он же который умеет работать на русском языке. Окей, друзья, мы находимся сейчас в трамвае. Мой друг Янис, он уехал, он хотел пригласить покушать наши очень вкусные фишки домашние, которые мы приготовили дома, но как будто отказался, потому что немножко стесняется. Но все равно мы будем тут отмечать Новый год, как мы поняли, даже конкурсу до Волны, что есть люди, которые отмечают Новый год в трамвае. Да. Мы знаем, это не секрет, что кондуктор видел себя плохо и об этом поставили на работу 12 часов между 12 и 13 годов. Это вот это получается то, чем плохой обслуживает год работы, получается, на что он должен стоять на работе 12 часов в Новый год. Это так получается. В следующий раз люди понимают, что надо работать лучше, надо всегда оставаться лучше для транспорта, для транспортировки и так далее. Ну ладно. Со мной есть Гунтер, самый лучший специалист по поводу антропологии в Латвии. Я сейчас я могу спросить, да. Если он может у нас рассказать какие-нибудь, кого что смысла для следующего года, который мы сейчас отмечаем. Да. Алора, Гунтер, ты можешь, что ты у нас расскажешь? Для желания, чтобы в следующем году будет супер-пупер. Чтобы в следующий год был супер-пупер, надо словить самую толстую змею и согласить ее на танец, как минимум, дать нежный поцелуй. Ну и того. Ну и дальше уже по возможностям. Гунтер, что ты
ты думаешь, в следующем году, в конце концов, принимают закон в Латвии, что увеличивают зарплата, минимальная зарплата два раза больше, чем настоящий. Будут увеличивать зарплату людей, уровень жизни. Что ты думаешь? Как минимум три раза. Но сейчас будем открывать шампанское и встретим Новый год. Ура! Наступающим! Вот этот мороз. Ну, вороту хоть не тянул бы, а? Сам так клавишь, что мороз. Да, чао. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы находимся в Галлопе. Мы готовы, чтобы отмечать Новый год 2013 года. Новый год. Мы все знаем, что все будет круто, что все будет классно, все будет отлично. И сейчас мы просим о нашей друге Яни, что тут будет и какой из них здесь такое очень знаменитое место. Дискотека, которая называется Москва. Это переводится Москва, переводится Москов. И сейчас мы даем слов о нашей друге Яни. Яни, как мы попали туда? Какой ветер у нас здесь ведет? Нас завел ветер зловещный.